«Отличный день» с Катериной Бардо на радио BA. Хотелось бы, друзья, именно сегодня напомнить вам о том, что 19 лет назад указом президента Республики Беларусь было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. Профессия спасателя входит в список самых опасных профессий в мире. Связанная с риском для жизни, она требует высокой профессиональной выучки и самоотверженности. Сегодня Белорусская служба спасения располагает высококвалифицированными кадрами и современной техникой, что позволяет ей решать задачи любой сложности. Профессиональный праздник спасателей и пожарных, который отмечается сегодня, 19 января. Проведем небольшую интеллектуальную викторину и разыграем памятные сувениры от Минского городского управления МЧС. Разыграем сегодня сумки и календари. Хотите их получить, тогда держите ухо востро. Вопрос сегодня исключительно на знание. Вот если вы в курсе, здорово. Если нет, давайте рандомно попытаемся ответить, и, возможно, именно ваш ответ окажется самым первым. Сразу напомню о том, что ответы я жду от вас на наш СМС-портал номер 104.6, а вопрос таков. Какова же длина самой большой пожарной лестницы коленчатого подъемника, находящегося на вооружении столичных спасателей? У меня есть 4 варианта. 100 метров, 120 метров, 90 метров или 30 метров. Длина самой большой пожарной лестницы, которая находится на вооружении столичных спасателей. 100, 120, 90 или 30 метров. Правильные ответы жду. Короткий номер 104.6. Совсем скоро определимся, кто же оказался первым. От Андрея Губина до Coldplay. Легендарные и новые хиты на радио BA. Ну что, друзья, давайте разбираться с нашими вопросами и с вашими ответами. Я напоминаю о том, что сегодня большой праздник, и в профессиональный праздник спасателей пожарных мы, конечно, проведем небольшую интерактивную викторину. Разыграем подарки от Минского городского управления МЧС, но подарок получит только один. Тот, кто правильно и быстрее остальных ответил на вопрос, какова же длина самой большой пожарной лестницы, находящегося на вооружении столичных спасателей. Коленчатый подъемник, да, который находится на вооружении. У наших спасателей сколько же он метров? 100, 120, 90 или 30? Варианты были разные, однако правильных вариантов все-таки оказалось больше. Господа, 90. 90 метров. Да, бурные аплодисменты всем тем, кто справился с поставленной задачей. Но отдельная овация, конечно, нашему победителю, абоненту, последней цифры которого 73531. 73531. Мы вас поздравляем. Сумка, календари достаются вам. Я надеюсь, они вас порадуют, безусловно. Ну, а вы лишний раз посмотрите вокруг себя, и если найдете кого-то, кто так или иначе связан с МЧС, обязательно его поздравьте. Поздравляем всех спасателей с профессиональным праздником. Желаем вам здоровья, удачи, жизнелюбия, профессионального мастерства, счастья, благополучия и, конечно, спокойствия. Радио BA 104.6 FM в Минске. Ну что, друзья, мы же продолжаем радовать вас не только хорошей музыкой, но еще и интересными подарками. Напоминаем вам о том, что 19 лет назад указом президента Республики Беларусь было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. Профессия спасателя входит в список самых опасных профессий в мире, связанная с риском для жизни. Она требует высокой профессиональной выучки и самоотверженности. Сегодня Белорусская служба спасения располагает высококвалифицированными кадрами, современной техникой, и это позволяет решать задачи любой сложности. Итак, 19 января профессиональный праздник спасателей пожарных отмечается. Именно поэтому мы тоже подготовили для вас маленькую викторину. Я надеюсь, что вы с ней справитесь легко и сможете выиграть подарок. Разыгрываем сегодня сумку и календарь. Ну что, готовы? Тогда давайте. Как называется установка, находящаяся на вооружении у современных спасателей, струя из которых выстреливает под огромным давлением так, что способна пробить стену? Вариант ответов. Анаконда, ужик, кобра или питон? Анаконда, ужик, кобра или питон? Жду от вас ответы на наш короткий номер 104.6. Пишите нам СМС. Совсем скоро определимся, кто же победил. Очень мне нравится эта композиция, честно признаюсь, про прекрасных бабочек, группа 3 плюс 2. Вот тогда она еще существовала. А вот на сегодняшний день уже, к сожалению, нет. Артисты начали сольную деятельность, но мы с вами тоже, я надеюсь, сольно все-таки попытались ответить на мой вопрос. Как же называется установка, находящаяся на вооружении современных спасателей, струя из которой выстреливает под огромным давлением, да так, что способна пробить стену? Были у меня разные варианты. Анаконда, ужик, кобра, питон. И давайте разбираться. Конечно, кобра. Именно так называется это самое сооружение. Бурные аплодисменты всем тем, кто справился с поставленной задачей. Моя задача сейчас, тоже крайне проста на самом деле, определиться с победителем.
Так, и он у нас есть. Да, это абонент последней цифры, номер которого 96180. 96180. Мы вас поздравляем. Подарок от спасателей достается именно вам. Ну, а всех тех, кто стоит на страже нашего спокойствия, мы, конечно, поздравляем еще раз всех спасателей Беларуси. Эх, поздравляем вас, желаем вам, конечно, удачи, жизнелюбия, здоровья, профессионального мастерства. Пусть в ваших семьях царит счастье, благополучие и, безусловно, спокойствие.